С годами память как бы высвечивает самые яркие впечатления и воспоминания. Именно такие воспоминания объединяют людей, собравшихся в международном пресс-клубе на Красной Пресне. Это афганцы. Генерал-майор запаса Виктор Павлович Куценко прослужил в Афганистане 3 года. Его участие в боях отмечено орденами Красного Знамени, Красной Звезды, Афганским орденом Красного Знамени. Говорят, если человек талантлив, он талантлив во всем. Но согласись, не часто встретишь такое сочетание. Военный, художник, автор и исполнитель песен и романсов. Порой они очень трогательны и нежны, порой надрывны. По всей видимости, именно афганские события, в которых пришлось ему участвовать, своим драматизмом еще более обострили желание запечатлеть все увиденное и пережитое. Буквально на ходу, в минуты короткого отдыха, делал наброски, писал стихи. Боев живые впечатления, на штурмом взятой высоте преступно предавать забвению. Знаешь, что самое удивительное для меня? Это то, что после пережитого сердце человека не ожесточилось. Сохранила способность принимать и создавать красоту. Вдохновитель – красота. Вот увидишь красивое, рисуешь, тут же сочинить хочется что-то. Вот, написать, спеть об этом даже, просто без слов. Вот. Но основная муза – это красота. Не зря говорят, что она победит мир. Как бы не ожесточалось сердце. Действительно, я из Афганистана вернулся, жестче стал. И жена это заметила. Вспыльчивее стал. Жестче гораздо. Вот. Но сейчас оттаял уже, все, у меня нет этой жесткости, ничего нет. Благодаря опять-таки этим песням и моему основному занятию сейчас – это рисование. Это был теплый вечер воспоминаний, порой горестных и щемящих. И нам с тобой вряд ли когда-нибудь будет дано понять, что означает для этих красивых людей восточное название с ракочущим и суровым звучанием «Кандагар». Вспыхнула ракета и рванула пыль из-под колес. Разве позабудешь в Кандагаре лето, то, что избегать довелось? Разве позабудешь жаркое дыхание, дрожь будто испуганной земли? Председателя комитета по делам войск. Человек с 91 года. Вот и сегодня есть наработки, которые мы решаем. Ну и других. Мы синхронизируем законодательство глав государств. Почему? Потому что после распада Советского Союза в одном государстве одни льготы, в другом государстве. Бульдода, а у них говорят, ДШК и минометы, только нам, парванист, нам на это наплевать, ДШК твою, Афгана, мать. Только нам, парванист, нам на это наплевать, ДШК твою, Афгана, мать. Нас вот ракета пошла, начинаем мы работу, лезем прямо с борта под огонь их пулеметов. Вот теперь поглядим, кто умеет воевать, перевал твою, Афганомать. Вот теперь поглядим, кто умеет воевать, перевал твою, Афганомать. Нас рассвет застает, запаленных и уставших, водка нас не берет, так что молча пьем запавших, но зато лазурита Пакистану не видать, Пакистан твою, Афганомать. Но зато лазурита Пакистану не видать, Пакистан твою, Афганомать.
И вернувшись домой, чтобы не был он забытым, мы прихватим с собой по кусочку лазурита, чтобы, вспомнив, как было, с усмешкой мог сказать: лазурит, твою Афгана мать, чтобы, вспомнив, как было, с усмешкой мог сказать: лазурит, твою Афгана мать, Пакистан, твою Афгана мать, перевал, твою Афгана мать, ДШК, твою Афгана мать, духари, Афгана вашу мать. Спасибо. Тара-и-дара, тара-и-дара, тара-и-дара. Вот бы в банечку, в бане веничком, веничком, на кваску после баночку принесла б ты в передничке, на кваску после баночку принесла б ты в передничке. А забор, что у банечки, а заросший малиною, а забор, что у банечки, от заката малиновый, а забор, что у банечки, от заката малиновый, вдалеке перелесочек. Еле поле касается, мне бы в том перелесочке во грехах да покаяться, мне бы в том перелесочке во грехах да покаяться. Замани дом в доченьки ночью вместе с зорницею, Настя, ставни скрипучие, распахнусь и умыться бы. Настя, ставни скрипучие, распахнусь и умыться бы. Не сказать, как мечтается, даже пробовать нечего. Ах, да что за красавица наша баня у реченьки, ах, да что за красавица наша баня у реченьки. А мне в банечку, в бане веничком, венечка, так воску после баночку принесла б ты в передничке. Как воску после баночку, да тебя бы в передничке. Пай-дай-да, 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 пай-дай-да. Зимний романс. И не поверю,
от нас любовь. Не надо слов для оправдания, упреков горьких и обид. С тобой прошли мы испытания, но наш очаг тепло хранит. И на седом пороге нашем я не устану говорить, что нет тебя на свете краше, я обречен тебя любить. Моя судьба, звезда одна. Была война, не разлучила и она. И если вдруг на нас упала злая тень, переживем, и снова будет яркий день. Не надо слов для оправдания, упреков горьких и обид. С тобой прошли мы испытания, но наш очаг тепло хранит. И на седом пороге нашем я не устану говорить, что нет тебя на свете краше, я обречен тебя любить. Поверишь, не ушла от нас любовь. Не надо слов для оправдания, упреков горьких и обид. С тобой прошли мы испытания, но наш очаг тепло хранит. И на седом пороге нашем я не устану говорить, что нет тебя на свете краше, я обречен тебя любить. И на седом пороге нашем я не устану говорить, что нет тебя на свете краше, я обречен тебя любить. Виктор, Виктор Павлович, вот вы прошли такую суровую школу, и в то же время вам удается писать вот такие вот потрясающие романсы. Как вот удалось сохранить вот эту вот искренность, нежность, вот эту вот трепетность ваших романсов, пройдя вот эту школу? Ну, видимо, потому что влюбленность во все красивое. И в любых, даже вот таких тяжелых условиях Афганистана, все равно, что ты видишь красивое, незабываемое, например, скалы. Иногда такие скалы красивые, что смотришь на них, и хочется обязательно что-нибудь сочинить. Вот. Потом начинается обстрел, дым, пожары. Вот. Все это заволокивает пылью, дымом. Вот. Становится жестче сердце. Вот. А потом, когда все это рассеется, смотришь, опять они такие же, как и были. Мрамор голубой, голубой ясный. И
поэтому и появляется такой и оптимизм сразу. То есть это зависит от какого-то настроения внутреннего, да? Безусловно. Ну, от влюбленности красивая всегда. Вот даже так, в метро видишь красивую девушку. Ну, красивая девушка очень. Все, приходишь домой, и у тебя ложится какой-то романс. Бывает так. Жена у меня красивая женщина. И вот, вот этот романс, который я недавно исполнил, последний, да? Это посвящен ей, мы с ней как-то подцапались так немножко. Вот. Она ушла в свою комнату, я в свою. И вот тут у меня пошел этот романс. Я его сразу записал. И тут же пришел и ей исполнил. И все, мы поверились, больше после этого мы не ссорились. Виктор Павлович, а кто ваша муза? Муза. Муза ваша. Вот вы пишете, вы рисуете. Кто? Ну, основное, наверное, рисование все-таки. Кто ваш вдохновитель? Вот вдохновитель — красота. Вот увидишь красивое, рисуешь, тут же сочинить хочется что-то. Написать, спеть об этом даже, просто без слов. Но основная муза — это красота. Не зря говорят, что она победит мир. Как бы ни ожесточалось сердце. Действительно, я из Афганистана вернулся, жестче стал. Жена это заметила. Вспыльчивее стал. Жестче гораздо. Вот. Но сейчас оттаю, все, у меня нет этой жесткости, ничего нет. Благодаря опять-таки этим песням и моему основному занятию сейчас — это рисование. Спасибо большое. Рисунок. Портрет у меня получается неплохо. Я портрет хватаю на лету просто. Один год. Вы будете на выставке, убедитесь. Получается парадокс. Такая вот суровая жизнь и такая романтика в творчестве. А это одно другому не мешает никогда. Если есть сердце такое, чувствительное сердце в груди, то это одно другому не мешает никогда. Потому что мне пришлось... Я входил в Чехословакию, видел вот это все с войсками. Я был на Суэцком канале в 1973 году. Вот, Афганистан я 3 года без отпуска провел. Так получилось. Но в то же время я и там, даже в Афганистане, сочинил один романс, который до сих пор нравится женщинам. Спасибо большое. Вспоминать о нем не перестанет. Вспоминать о нем не перестанет. Не забудет дружбы боевой. Небо голубое, голубое, над горячей горной страной. Солнце золотое, золотое, а под ним идет жестокий бой. Солнце золотое, золотое, а под ним идет жестокий бой. Напрасно воины синеют. Напрасно их ряды редеют. Помните, в легендах не стареют. И не векнут памяти людской. И небо голубое, голубое над горячей горной страной. Солнце золотое, золотое, а под ним идет жестокий бой. Очень неудобно.
А это песня всем ветеранам всех войн и особенно Великой Отечественной войны. Фронтовое танго. Нет, я с этим ремешком, извините, не могу. Надо мне... Куда-то ногу поставить, что ли? Вот так. Танцевали с вами танго под гитару, пока стоял на полустанке эшелон. Танго, гремит суровая военная гроза. Танго, запахом их танцуем мы глаза в глаза. Танго, а годы словно листопад. А ритмы танго все звучат. Танго, а годы словно листопад, и не вернутся им назад. А ритмы танго все звучат. Друг друга имени вы так не узнали, ворвалась в музыку походная труба. Вы, обжигая мою щеку, прошептали: пощадит тебя солдатская судьба. Поплыли алые цветы на наших танках, победно в пальце закружились города. Но этот танго на случайном полустанке я не забыл и не забуду никогда. Пулеметом это вот молчаливая гора.
Бронежилета чуть не хватило, прямо под горло пуля прошила, Кольку прошила с нашего двора. Как он рисково прыгал на мотах, в джинсах на танцы, что не суббота, слава он бетер, тебе без забот знаком. Жили вы с Колькой ближе, чем братья, и умирал он в твоих объятиях, фото ты носишь над смотровым стеклом. Как дойдем от Пели всю святую, и я тебя, ради моя броня, крепко обниму и расцелую, точно морду мокрую коня. Впереди задохнувшись заглохла чья-то броня, и теперь там плохо, но молодчага носом ее попер. Только держаться, надо держаться, за перевале там отдышаться, ты ведь все можешь, бог, а не транспортер. На верхотуре в тысячи метров все я забуду, про солнце ветры буду, как матер после твоих яран. К черту сухпай и воду, и реку, ты не машина, как человек, ты выдюжери последний начав вчера. Коль дойдем от Пели всю святую, я тебя, роди моя броня, крепко обниму и расцелую, точно морду мокрую коня. Крепко обниму и расцелую, точно морду мокрую коня. Да пусть другие минут все ж кушал. Но горло кома, кто с мамашей, кто с Богом, кто к вдове, кто к жене, расплетали дорогу 9 лет по стране. Эх, по родимым сторонкам, да по госпиталям, по любимым девчонкам, и балдеем от тюля, да от кружки пивной. Вы пока нас простите за растрепанный вид, вы слегка подождите, может быть, отболит. В кушку точно в тамбур вышли покурить. Войной и домом ветерок пытается родной развеселить запахами шпал, но горло, горло, оркестр. Такая зарисовочка.
Я не любитель оркестровой меди, она уж больно часто мне фальшию душу ест, но врезалась к чему-то, как с боевых мы едем, а нам с обочины гремит оркестр. Бронежилеты, дельники в коричневой пыли, загар сквозь грязь почти у всех не брита борода. Да-да-да-да-да, вдали на самом краю земли бравурный марш оркестр играл тогда. Там-да-да-да-да, вдали на самом краю земли бравурный марш оркестр играл тогда. Движки гремели, заглушая трубы, не до парада бы вела нам, честно говоря. Сил не осталось даже поднять улыбкой губы, а потому трудились трубы зря. Не в радость музыкантам тут, но что они могли? Угрюмо старый барабан под палочкой страдал. Вдали на самом краю земли бравурный марш оркестр играл тогда. Там-да-да-да-да, вдали на самом краю земли бравурный марш оркестр играл тогда. Потом еще дорог немало будет, парад, где оркестры не раз сыграют нам. Премного наше время остынет и забудет, но как-то напою невольно сам. Мотив, что плыл назойливо в жарище и были, забыв, откуда взялся он, но вспомнил вдруг, ах, да. Топливом пропахшим серпантине и о вездесущем командире, топливом пропахшим серпантине и о вездесущем командире. Где-то за салонгом дверь, и шоссе ведет порогу. Но как далека дорога через годы пепла и потерь, а где-то за салонгом дверь. По дорогам звезд не счесть, салютуя звездам свято. Не скрывайте слез, ребята, это наша боль и наша честь. А моих товарищей в боевых местах, полковых заставах, выносных постах, топливом пропахшим серпантине и о вездесущем командире, топливом пропахшим серпантине.
в Афганистане. Ну, немножко с другими словами. Только глянет над Баграмом утро вешнее и аж парит жгучим солнечным лучом. БТР взрывев двумя движками пешено, Седоков Джабар уносит пыль столбом. По дороге перекрестку едем змейкою, в колею попасть водителю впервой. Зазевается и может всей змейкою от фугаса прямо в рай летит бой. Смотри на длинные, на дуганы гринные, на фигурки в паранже. А дорога мчит полоскою асфальтовой, вместо столбиков заставы и посты. И дувалы в зоне отдыха базаритовые, амбразурами чернеют сквозь кусты. Баграмская дорожка, шутки в сторону, надежный АКС. С пулеметом поработаем мы поровну, если вдруг душман пойдет на перерез. Ну, водитель зеленый, ты рули уверенней будь, всегда настороже. Не смотри на длинные, на дуканы горинные, на фигурки в паранже. Только глянь над Баграмом утро вешнее и аж парит жгучим солнечным лучом. БТР взрывает двумя движками бешено, Седоков Джабарь уносит пыль столбом. Сейчас мы споем песню Юрия Кирсанова «Поднималась зорька». Ну это уже, наверное, под магнитофон. Унесет за горы
встречали, где мы с легким сердцем чистый воздух пили среди трав пьянящих на лугах России, где мы с легким сердцем чистый воздух пили среди трав пьянящих на лугах России. Развернется удаль горизонт огромный, мы войдем с друзьями в клуб аэродромный. Нас винты поднимут над землей афганской, и домой спецрейсом ляжет путь обратный. Нас винты поднимут над землей афганской, и домой спецрейсом ляжет путь обратный. Поднималась зорька над хребтом горбатым, пробивалось солнце сквозь туман проклятый, а с рассветом снова по незримым тропам по земле душманской долго еще топать, а с рассветом снова по незримым тропам по земле душманской долго еще топать. Когда год 81-83, когда по Афганистану ходили записи Кирсанова. Здравствуй, дорогая, из Афганистана. Я пишу, как прежде, жив я и здоров, что в часы свободные ходим по дуканам. Базарнее Кабула я не видел городов, что в часы свободные ходим по дуканам, базарнее Кабула я не видел городов. Не могу рассказывать о своей работе, что всегда с оружием в город я хожу, что бронежилеты среди нас в почете, о ночных дежурствах тебе я не скажу, что бронежилеты среди нас в почете, о ночных дежурствах тебе я не скажу. И писать не стану о шинданской пыли, тряске в БТРах, в горных кишлаках, что во время рейда в переделках были и ложились пули рядом в двух шагах, что во время рейда в переделках были и ложились пули рядом в двух шагах. Не скажу тебе я, как мы потеряли лучших из товарищей в этой стороне. Зря своей судьбе они жизни доверяли и лежать остались на стальной броне. Зря своей судьбе они жизни доверяли и лежать остались на стальной броне. А еще скажу тебе, ангел мой хранитель, что во всех походах ты была со мной. Тысячью невидимых связаны мы нитей, я тебе обязан тем, что я живой. Тысячью невидимых связаны мы нитей,
Я тебе обязан тем, что я живой. Ну, еще одна песня из того же репертуара, потому что все мы, прослужив не один десяток лет в армии, не только в Афганистане, но, к сожалению, такой период службы мы захватили, что потеряли многих своих друзей, с кем вместе учились в училищах, в академиях, служили в различных округах и группах войск. Не надо нам громких тостов, не надо бокалов, звона, не в радость нам эта водка, что в кружках у нас сейчас останутся в памяти нашей запыленные батальоны и погибшие наши ребята, что всегда будут жить среди нас, останутся в памяти нашей запыленные батальоны и погибшие наши ребята, что всегда будут жить среди нас. Первый тост за ушедших в вечность, пусть же будет земля им пухом. Мы запомним их всех живыми, тихим словом помянем их. Тост второй за удачу и смелость, за ребят наших сильных духом, чтоб остались душой молодыми и друзей не теряли своих. Тост второй за удачу и смелость, за ребят наших сильных духом, чтоб остались душой молодыми и друзей не теряли своих. На суровой земле афганской, под чужим неласковым небом родилась наша крепкая дружба, что в бою выручала не раз. За нее третий тост поднимем и поделимся солью и хлебом. Пусть же вечную будет та дружба, здесь навеки связавшая нас. За нее третий тост поднимем и поделимся солью и хлебом. Пусть же вечную будет та дружба, здесь навеки связавшая нас. Спасибо. Спасибо большое нашим бардам, но я думаю, что они не закончили свои песни. Они не закончили. Со всеми, так сказать, структурами сотрудничать и приносить им пользу. В которой исполняли свои песни, прекрасные песни, дальше петь, в общем-то, и для нас, и для себя. Ну, а в заключении, тут каждый переносил что-то на себя. Вырезали большой осколок. Отец... ...дается воинам, кто побывал в Кандагаре. И лично Александре Дмитриевне, здесь сидящей в зале, у которой сын погиб под Кандагаром. И песня о Кандагаре. Кандагар, Кандагар, черные площади.
выстрелы в спины. Кандагар, Кандагар, Кандагар. В нем друзья с темнотою душманы, и ползут по ночам караваны. В Кандагар, в Кандагар, в Кандагар. Пыльные дороги на броне горячей проходили с боем мы не раз. Силы умножала ставка на удачу и надежность каждого из нас. Разве позабудешь рейды и засады, песни, сочиненные в боях? Разве позабудешь боль потерь отряда, нашу кровь на выжженных камнях? Кандагар, Кандагар, Кандагар. Раскаленные солнцем руины. Кандагар, Кандагар, Кандагар. Черные площади выстрелы в спины. Кандагар, Кандагар, Кандагар. Днем друзья с темнотою душманы, и ползут по ночам караваны. Кандагар, Кандагар, Кандагар. В Кандагар, в Кандагар, Кандагар. В Кандагар, Кандагар, Кандагар. Афганистан — это и место встреч, и место разлук. Вот об этом песня. Вальс прощания. В шуме вокзала и в гуле портов встречи, разлуки и море цветов. Грусти молчание последний. А стрелки так быстро бегут, дорога зовут. Прощай, мой друг, прощай, мой друг, прости, что не могу я нужных слов найти. Пробил наш час расходя. Сейчас расходятся пути.
надежду.